Современное звучание одной из самых знаменитых пьес Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В свободном пространстве состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере. Историю о чувствах и искушениях, рассказанную труппой театра, зритель увидит 30 ноября. Это большая история, на которую можно смотреть из сегодняшнего дня. Как и тогда были современники, которые знали этих людей, так и сегодня есть люди, которые, ну, как бы мы все понимаем, что происходит с людьми в этой пьесе. Вот, Тургенев позволяет нам отходить немножечко от времени. Также в театре «Свободное пространство» в настоящее время реализуется проект «Тургенев сегодня», в рамках которого орловчанам перед спектаклями представляется возможность угадать, по какому произведению поставлен отрывок. Ответившие правильно получают пригласительный билет на премьеру «Месяц в деревне».